Новый республиканский телеканал «Сампа ТВ 360» 7 февраля можно смотреть круглосуточно. Кроме кино, сериалов, развлекательных программ, на нашем телеканале выходят недельные обзоры и ежедневные информационные выпуски. Какие новости были бы интересны жителям республики? С таким вопросом наш корреспондент Евгения Легкая вышла на улицы Петрозаводска. Начал свое вещание новый республиканский телеканал «Сампа ТВ 360». В этом году возможность смотреть нас появится практически у всех жителей республики. В связи с этим мы решили узнать у петрозаводчан, какие новости они хотели бы видеть на телеканале «Сампа ТВ 360». Вы знаете, что у нас открылся новый телеканал «Сампа ТВ 360»? Знаю, да, прочел. Отлично. А скажите, какие новости вы хотели бы видеть на телеканале? Мне хочется, чтобы вы хорошие новости были бы, такая рубрика. Мне кажется, что это очень важно. О людях хорошие новости. О делах каких-то, ну, чтобы был хороший позитив, потому что от негатива немножко уже устаешься. Я-то вообще православный человек, хожу в храм уже больше 30 лет, и хочу, чтобы побольше в этом канале было Слово Божие. Мне интересно, что здесь происходит и какие интересные мероприятия проходят, в том числе культурные события. Новых открывающихся выставках, потому что я не всегда успеваю, например, у нас много культурных мест, поэтому я не всегда успеваю, например, сама отследить. Какие-то интересные лекции очень люблю, и публичные, и как бы такие в университете хожу. Ну, в общем, наверное, образовательные какие-то программы. Я могу предложить себя. У меня вышла книжка «Этот пестрый зоопарк» для детей. Вот я счастлив, вы можете меня снимать. Удачи вашему каналу новому, вашему генеральному директору, господину Макарову. Я все знаю про вас.